И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. Вескер с вами на связи. Ну а мы продолжаем проходить, записываем серию прохождений по Ларе Крофт. И продолжаем с шикарного эпизода после тотального Лары Берсерковны. Хорошая гора, сфоткаю. Миссия Святого Хуана, Перу. Мы на месте. Церковь Святого Хуана. Разделимся. Поищу следы Лопеса. Спрошу местных. Может, что и узнаю. Да, истории всегда старые. А моя ты что? Моя подруга Сара археолог, она работает неподалеку. Пойдем спросим у нее, что эта загадка может означать. Было бы здорово. Было бы здорово, только сначала я заберу здесь все. Поднять флаги. Верните королевский рог. Все. Вижу второй флаг, но сначала я тут осмотрюсь. Зона волков, зона оленей. О, здрасте. Чернила сильно выцвели. В этом сложно разобраться. Дикари... Чудовищное предательство. И это не пергамент. Это что-то более плотное. Шкура животного или человеческая кожа? Скорее всего, последнее. Раньше так они на них реально писали. Нет, 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 хватайся, хватайся, хватайся. Нет, 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 нет. Я пытался, вы видели. Она не хотела зацепляться. Ну ладно. Так, собрали, да? А шкуры пропали тоже, да? На всякий случай. Так, сначала зачищу зону. В таких местах находятся рюкзачки. О. Я, наверное, сейчас уже всех перестрелял, просто потерял вкусняшку. Я потерял шкуры, по сути. Жалко, конечно. Ну ладно. Сам виноват. Так, стоп, а где... Только не говорите, что здесь было только ради вот этого. Вот не поверю ей в жизнь. Так, где мой рюкзак? Где рюкзачок?
Лара Крофт и рюкзачок судьбы. Где он? Чей рюкзак исследователя нету? Ну и ладно. Нет места. Ничего не могу взять. Нереально. Больше я не унесу. Не унесет она. Все ты у меня унесешь. Но это запас... Ой. Что там? А что ты делал? Карта. Там есть какой-то альтернативный ход. Но это я под землей, а тут еще есть тропа сверху. Давайте изучим. Прежде чем пойдем вот за всем остальным, давайте сначала чисто тут побегаем, поизучаем. Уверен, тут где-то есть еще рюкзак исследователя. Я его только нигде не вижу. Так, а он... Ну, мало ли, может, свисать где-нибудь. Если нет, пойдем по дороге, посмотрим дальше. Мы тут мимо все проезжали, а я хочу сначала изучить. Да, надо было бы... Тут можно что угодно пособирать, но... Там будет сюжет. Я пока не хочу трогать сюжет. После такого-то... фееричного... О, здрасте. Видела? Это был кондор. Восхитительная птица. Где? А, должно быть, пропустила. Да. Люди считают его хорошим знаком. Но это просто птица. Людям свойственно надеяться на лучшее. Это нормально. Главное, чтобы была не только надежда. Я только что оттуда. Нет места. Ничего не могу взять. Да, ничего не можешь. А что ты вообще можешь? Ладно, изучим сначала это место. Здесь старые руины, и все должно быть хорошо. У меня нет столько места. Сюда забраться она не может физически. Она может вот здесь спуститься. Нет места. Ничего не могу взять. Все ты можешь. Вот, например, вот это. Кто-то решил, что это изображение смерти Христа нужно немного украсить. А что нет-то? Удивительно, как со временем переплетаются верования разных народов. В результате окажется один большой макародо-монстр. И они будут именно ему... О! Здрасте, не было бы задержки, да задержка помогла. Я что, по-вашему, от индики откажусь? Ты точно этого хочешь, птичка? Ты бы уходила бы отсюда. Нет места. Ничего не могу взять. Эта поющая кура меня уже сейчас достанет.
Они там вдалеке, тело оленей водятся, поэтому не страшно. Жмар! Не оценивайте мой жмара. Молитвенник в кожаном переплете. Похоже, он относится к концу 16 века. Он в отличном состоянии. Продать на eBay. У меня нет столько мест. Тут ягуар водится. Надо было в сердце целиться, жалко. Ну ладно, еще будет возможность. О, вот это уже по-нашему. Учитывая, что тут ягуар водится, можно будет неплохо так повеселиться. Зайку не жалко, пусть уходит. Обидно, что я ягуара спугнул. Пусть будет. Потом продать можно. Вернемся сказочно богатыми. С тонны золота. У меня нет столько места. Тут еще есть река закрытая. Это нефтеперегонный завод. Прямо рядом с нами. Ирония. Реальная ирония. Недалеко лазать приходит. О-о-о. Ай, зараза, ушел. Нереально. Больше я не унесу. Принято. Там еще один гуляет, вижу. К счастью, опыт не пропьешь. Жалко, что ягуар убежал. Я уверен, он вернется сюда. Они всегда все возвращаются. Они любят мясо. Так что, я думаю, не денутся. Капибара. У меня нет столько места. О, гробницу нашли. Красота. Заняться, что ли, ею? Нет места. Ничего не могу взять. А что ты можешь взять?
Тут, кстати, должен быть еще один трупешник. Я слишком много их перестрелял, чтобы не найти второго. Реально их много должно быть. Больше я не унесу. А куда ушел Ягуар, кстати? Он сюда, по-моему, куда-то ушел. Кстати, хорошее место для укрытия. Ягуар — это очень опасные существа. С ними так... Ладно, идемте в гробницу. Нет столько места. О, и лагерь наконец-то. Я могу сейчас вернуться, пойти? Я рада, что Иона жив. Могу. Он легко заводит друзей. Мне бы пришлось идти до миссии пешком, но Иона просто попросил Эбби, и она ему не отказала. Я надеюсь, мы на верном пути и сможем найти ларец раньше Тринити. Землетрясение на нефтезаводе вчера ночью, теперь вулкан. И где же будет следующее бедствие? Нужно с этим покончить, пока город не постигла участь Косумеля. Задержки дыхания под водой. Вот это берем. Лапы ягуара. Повышен шанс сбить противника с ног при атаке в рукопашную. Вот что меня спасало все это время, я это думал. Ладно, давайте что-то из этого. Ловушка Аспида. Сейчас это надо. Находясь рядом с трупом врага, удерживайте РБ, чтобы установить на нем ловушку. Если кто-то из врагов начнет изучать тело, ловушка взорвется, разбрасывается шнарпнель. Это сейчас надо. Ну и прокачка у нас тут, конечно, тотальная. Так, давай сначала его улучшу. Посмотрю, что из себя представит. Может, он получше змеевика будет. Все-таки дали его нам на заводе. Наверняка должен быть какие-то хороших... Шкур ягуара не хватает, который сейчас убежал. Ну ладно, что на обратном пути соберем. Дайте-ка сравню-ка его. Он уступает по всем параметрам витой тени, что у нас находится на вооружении. Вот этого красавца я оставлю. Не нужен глушак, да, на такое оружие. Балластное оружие, но оно хорошее. Оно неплохо себя показало. Нахрена оружию нужна шкура? Я понимаю, лук еще, ну там, может быть, с этой шкурой что-нибудь делают. Магнум надо, давайте его улучшим. Вот могу понять, тут, тут кожа как ни крути есть. Вот там, где, видимо, имбалансное оружие, нужно именно что-то специфическое. Ладно. Покачаясь неплохо. Так. И там тоже, что ли? Ладно.
О, нам получается здесь с вами. Мы тут пройдем, и я вот здесь выйду. Ну, все. Ясно все с вами. Ну, мне сперва надо пойти. Во-первых, тут есть и задание. А мне нужно вообще вот сюда, на главную зону. Отправляемся сначала туда. Заберем все, что есть. Нет, Косумель это, конечно, хорошо. Ну, вот этот собор, это, конечно, прекрасно. Но мы сейчас пока путешествуем, так сказать, на джипе с Ларой и себе остальными в поисках самых лучших передовых заданий. В любом случае, надо это прокачка, да и никто нас там не троллит. Заодно посмотрим, как похороны у Нурату проходят. Ну, если они, конечно, нам покажут их. Ну, сейчас. Интересно, за сколько он прогрузится? Я даже не буду сейчас обрезать. Мне реально любопытно. Потому что, с одной стороны, мы сейчас оказались в новой локации. Слишком далеко от Пайтити. А с другой стороны, мы сейчас возвращаемся в Пайтити, в котором были, но буквально не так давно относительно, учитывая, что я записываю все эпизоды подряд. То есть я не выключал даже игру, ну, кроме того случая, когда у нас вылетело в понедельник, вы помните. Привет! Так, никуда. Не вверх. Так, нам, во-первых, вот ты нужен. Потом мы отправимся через телепорт в нижний город. Сначала все соберем. Да, хлай, хлай, хлай. Это все тоже заберем. Да, кумаку куликану. Кукулькану. Шкуранана. Это изъятие в пользу государства. Так, это сверху. Нет, с ней. Тайное помещение. Тот-то я ничего не мог найти. И тут не одно. Жители Пайтити, которые написали это, верили, что под Пайтити живет нечто под названием Яашиль. В этом документе написано, что данные существа обретают наибольшую силу во время астрологических событий, и это соответствует легендам. Кроме того, здесь сказано, что они нападают на людей и пожирают их, а такого в историях обычно не встречается. Судя по этому описанию, существо, которое они называют Яашиль, я встретила в Кувак-Яку. Виндиго наши. То есть тут бы уже было описание этих тварей? Когда от алого огня пойдет дым, ищи свое зеркало. Загадочно. Интересно, что это означает? Или это открылось... А, может быть, это открылось позже. Да, только я тут все нашел. Зато вот тут пара заданий есть. Раз и два. Каким займемся? Этим или тем? Ну, два задания тут точно есть. Собрать бы все, конечно, бы полный набор. Я не удивлюсь, если... В старом месте что-нибудь будет, вот здесь. Нет, там, на удивление, ничего нету. В зоне волков тоже чисто.
Ладно, сейчас отправимся тогда в следующую точку. А, давайте к нашей торгошке спустимся. Может, у нее что-то будет? Она же здесь, по-моему, битая. А где она? Я что, ее разорила, и она пошла искать новое место для торговли? Хорошо, я у нее сразу все закупаю. У них тут зомбаки. Так, порох забирай, пригодится. Так, а лагерь должен быть здесь. Ага, вот он. Идемте в нижний город. Да, начнем отсюда. О, привет. Пришел прыгаться с нами. Хорошо-то как. Нет, реально хорошо. То у нас Лара Берсерк была в прошлом эпизоде, то сейчас чисто ходим, собираем на расслабоне, спокойно, без какого-либо напряга. Нет, а что вы думаете, надо как-то снять напряжение после такого эпичного всея уничтожения перуанских джунглей. С сотнями трупов и разбившимися вертушками, уничтоженные нефтедобывающие базы. И разливом нефти и прочей экологии с улучшением роста глобального потепления. Нет, ну а что? Она уже все это сделала. Что она может сделать? Это графиня. Правда, в отличие от классической Лары Крофт, это Лара Крофт для бомжа. Ну, физически. Она же, у нее, конечно, есть деньги, богатство, в каком-то смысле, титул, но по этой версии, если верить второй игре из перезапуска Rise of Tomb Raider, отец там большую часть потратил. Как ты смел попросить об этом Аарона? А что мне оставалось делать? Самому пойти? И сколько я проживу, прежде чем моя голова покатится по ступенькам? И кто в этом виноват, кроме тебя? Не тебе меня учить. Слушай, Арон имеет право там находиться. Ему ничего не слушает, пока он не привлекает к себе внимания. Если с ним что-то случится, ты вылетишь отсюда, и Часка тебя больше не защитит. Какая Часка? Ты что ли? Привет. Хакан? Ты кто? Я волк в овечьей шкуре, помнишь? Да, мы тебя спасли. Да. Я и не узнал тебя без костюма. То есть? Что ж, рад тебя видеть. И я тебя. Как Каяра? Все еще не сирота, благодаря тебе. Если я правильно помню, мы вместе выбирались из тюрьмы. Так как дела? Я изо всех сил стараюсь не упустить свой второй шанс, но, похоже, ничего не выйдет. Что случилось? Арон, один из местных жителей, работает в казармах верхнего города. Так. Я попросил его кое-что выяснить, но он до сих пор не вернулся. Поймали, ясно. Ты волнуешься? Не я, сестра вечно за него переживает. Но она права. Если из-за меня Арон в опасности, и хозяйка этого паршивого приюта об этом узнает, нас с Каярой мигом вышвырнут. Я могу поискать Арона. Если он в беде, может быть, я смогу помочь? Ты в этом деле мастер, надо признать. Ну это да. У тебя еще остался наряд жрицы? А на мне что, по-твоему? Хорошо. Арон работает в казармах верхнего города. В этом наряде ты легко попадешь внутрь. Убедитесь, что с Аарон все в порядке. Ладно, с тобой поговорить можно еще пока, нет? Две могилы, Две могилы? Конечно, очень мило. Немножко жутко. Ладно, давайте сейчас тогда к торговцам сходим и заберем второе задание отсюда, сразу же. Может, второе задание в городе, и тогда не надо будет пока Аароном заниматься.
А, ну-ка, не ной мне тут. О, здрасте. Ишик, а на твоей родине дети уважают старших? Это часть взросления. Было. Моя жена очень больна, как и многие другие. Это чужаки принесли болезнь. Кто-то должен что-то сделать. Ну, с другой стороны, они принесли лекарство от болезней. Но ты бы лучше спросил своей жены, а почему у нее веронические заболевания, которых раньше здесь не было. Так просто они не появляются, знаете ли, у людей. С кем-то да спит, наверное. Нет места. Ничего не могу взять. Ой, да ладно, им все можешь взять. Сейчас зайдем на рынок. Попродадим все, пособираем все. Здесь реально все. Да. Сэнконсэм поклебич. Нужны припасы? Как жизнь? Здравствуй. Так. У меня нет столько места. А, это продать, купить, извиняюсь. Так. Это твое. Спасибо. Боги нам благоволят. Десяточку оставлю. Это твое. Боги нам благоволят. Ну, с этим вообще беда. Это твое. Хорошо. 15 оставлю, нормально будет. Это твое. Вот у растения оставляю по 15. Ну, 15-10 примерно. Боги нам благоволят. Хорошо. Боги нам благоволят. Так, шкура... Нет, ее пока не так. В принципе, нормально. Порох тоже нормально. Это твое. Хорошо. Одного койота, видимо, все-таки успел разочленить. Боги нам благоволят. Это твое. Если надо будет, я это потом выкуплю. У нас денег все равно, видите, уже скоро за 500 000 уйдет. Боги нам благоволят. Я буду тебя ждать. Давай, я пока... Чем я могу помочь? То есть, видите, если что, я могу отсюда... Шкуру ягуара. Технически я могу это потом выкупить, да. Спасибо, Ишик. Да не за что, я ничего даже... Я ее только все попродавала. Ну, в принципе, она потом это все перепродаст. Как дела? Взгляни, что у меня есть. Новенькое что-нибудь? Ладно, не буду выбирать. Да не за что благодарить-то. Я у тебя даже ничего не купил, ничего тебе не продал. Это все твои конкурентки. Все, в следующий раз покупаем, продаем ему. Идемте за вторым заданием. Давайте, кстати, зайдем вот в бывшее убежище-то, где была Унурату и все остальные. Они же ушли вниз. А что там наверху осталось? Там же должен быть... О. Я забираю. Собираю все плюшки. Сейчас заодно соберем все вкусняшки. Так, идем дальше и дальше, 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 дальше. С одной стороны, когда ты запишешь все эпизоды подряд, это немножко выматывает. Сейчас, к примеру, я немножко вымотан, я записываю глубокой ночью все это дело. Но, ну, время там уже такое, вот мне сейчас...
Ничего нет, пусто. Ладно, идемте тогда в подземку. Я могу туда телепортироваться, но зачем? Это же только время, а тут буквально ну, пару минут. Так. Ну, здрасте. А, оно прямо к подножию несет. Запомним. Если она будет потом к подножью... Оборот ресурсов в природе. Так. Стоп, мне надо вспомнить. Я не туда пошел. А где у них тут вход-то, я и забыл. Так, не, не, точно не здесь. А, вот он. Зато это объясняет, что никто из них так до сих пор тут местечко не нашел. Я-то не могу. Ой. Так, о, прекрасно. А ты какого тут хрена? Говорю же, Учу, я первый раз слышу, чтобы пиранья укусила кого-то на суше. Она была очень злая. Верю. Эй, Лара, иди к нам. Ты какого ляда здесь? Ты должен быть с Эбби в церкви. Планировать свадьбу. В крайнем случае планировать осквернить церковь своим семенем на ней. Это лучше второе. О чем разговор? Да. Мы с Учу травим байки про шрамы. Иона сказал, у тебя тоже есть. Угу. Ничего интересного. Просто неосторожность. Этим меня наградил мой кузен, Элай. Кузен? Серьезно? И вы общаетесь? Да. Ну, это был не совсем кузен. Это был червь, которого... Окрестили. Похоже, это стоило видеть. Да. Да, пожалуй. Помните, Лая? Мы помним. Ну, а ты? Вот с этим явно связана интересная история. Что случилось? Один древний рецепт. С такими рецептами лучше голодным сидеть. Это точно. Не смешно так, да значит. Не в этом смысле рецепт. Не еда, а оружие. О, что за оружие? Белое дыхание. Это яд, спрятанный в дебрях джунглей. Он бы удвоил наши силы с тем же числом бойцов, и мы, наконец, смогли бы дать отпор Амару и его армии. И что же? Не вышло. Не смог найти... Как видишь, нашел. Был недостоин. Рецепт белого дыхания будет дан лишь прошедшему путем страха. Это опасное место, наводненное демонами. Баба Яга. И белое дыхание спасло бы много жизней? Да, но на это надежды нет. Я туда не вернусь, слишком опасно. Ладно, где этот проход? А если я пойду с тобой? Мы можем вместе поискать это дыхание. Спасибо за предложение, Лара. Но путь страха для одного. Я пойду. Я не прошу об этом. И не надо. Я сама. Нет. Лара, может, не стоит так... Учу. Я могу помочь. Прошу, позволь мне. Да. Скажи, где этот фер. Мы до нее доберемся, как раз конец эпизода будет. Пока ты тянешь, еще 10 минут пройдет. Под этой пещерой есть подводный проход. Он выведет тебя в джунгли. Дальше справляйся. А я говорил... А я говорил, что там есть проход. А я говорил. Вы не верили. Идемте сначала туда. Вон заодно и золото добудем. Смотрите, какая дырища. А раньше ее тут не было. Помните, тут проплывал? Не было. Было все завалено.
Сейчас появился огромный дырище. Так, только я не могу понять, из-за чего у него все-таки этот... Давай, Лара. Это путь страха начинает походить на путь утопленника. А я утопленник. Давай вылезай. 40 минут уже. Хорошая фотка. Слушайте, пока ничего страшного нет, только чисто плывем. После того, как я сделал большую прокачку вот этого самого крокодила, то есть, смотрите, мы его трижды улучшили с помощью различных методов. Теперь мы можем спокойно долго плавать без каких-либо проблем. Туда. Но тут есть очень много способов для обхода разных интересных мест. Только понять, откуда мне забираться туда. Грамотно повезло. Вылетел на ту сторону, она не полезна. Залезла, молодец. Проверяем на наличие всякой всячины. А, ясно, тут был такой вот закреп. Так, давай. Ну, вроде я не вижу никаких мельканий. Наличие каких-то тайных проходов или что-то в духе. Нам как бы туда, я так полагаю, с другой стороны, можно и обплыть все это дело. Он поплыл сначала поближе. Очередная заваленная дверь, ну конечно. Подлагивает слегка. Походу сейчас подгружается новая локация. Это единственное объяснение. Ой. Отлично. Давайте пока на этом с вами сегодня закончим, ребят. Следующий эпизод я сейчас тоже буду записывать с небольшим перерывчиком. Здесь там пару минут.
немножко уже сила отстают от меня. А я записываю такую глубокую дочь. 8 эпизодов подряд. Только половина уже сделана. Записываю сразу на 2 недели вперед, потому что мне еще впереди будут на неделе собеседования. Посмотрим, что да как. Ну пока что, ребят, с вами был Вескер, Амбрелла Тачинг. До скорой встречи, пока, удачи. Если интересно наше прохождение по Лара Крофт, все плейлисты указаны в описании и за комментарии. Всем спасибо, кто пишет, и, соответственно, тем, кто попадает в наши прохождения по Лара Крофт с форматом комментарии в начале. Так что пишем, участвуем. И вам может повезти. Удачи!